Так, одна метка. Давай, заводи. Одна метка. Заводи. Две метки. То есть вот две метки, получается, пометили коленвал с двух сторон. В одном положении одна метка, в другом две метки. Вот сейчас видим две метки. Заводи. Опять две метки. Заводи. Одна метка. Ну-ка, Серега, сейчас заводи 1000, да, и держи 1000. Я с 1000 заглушу. Две метки. Давай еще раз так же. Две метки, давай еще раз. Одна метка, разницы нету. На холостых или на оборотах двигатель встает в двух положениях, независимо ни от чего. Под так сжатие любого цилиндра останавливается в двух вариантах, в двух положениях. Да. Либо первый, четвертый, второй, третий. Да. В двух положениях. Ну, логика. Ну, вот логика, доказанная опытом. Что там, раз 6, наверное, завели? Да, если не больше. Я думаю, хватит этого.